Привет, друзья! Сегодня 1 июня и Международный день защиты детей. Я периодически оказываю помощь детям, разные суммы, и способствую тому, чтобы у меня была большая команда, и от каждого участника в проекте Whole World идет по $50 помощи детям. Вот, оказана помощь. С моей помощью дети получают по $50, потому что я привлекаю партнеров, которые оказывают финансовую помощь, и $50 идет деткам. На руках у меня сынишка, и я прекрасно знаю, когда дети болеют, у меня двое детей, как это тяжело. Сейчас мы тоже окажем помощь. Можно оказать через карточку Visa, MasterCard, ВТБ, WebMoney. У меня есть денежные средства на WebMoney. И сейчас мы отправим. Пишу одной рукой, потому что в левой руке у меня сыночек. Подтверждаем платеж. Оплата выполнена. И возвращаемся на сайт продавца и заглянем в отчеты. Северина и Борис Маркелов. Вот, девочки, 100 рублей. Если с миру по нитке и так вот каждый окажет помощь хотя бы 100 рублей, то уже будет существенная помощь, и деньги будут собраны на ту или иную операцию. Делай добро, и оно вернется. Всем пока.